Жаркое лето дает возможность получить щедрый урожай. На полях республики сейчас завершаются работы по уборке зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день уже собрано более 110 тысяч гектаров, что составляет 83% от плана. Средняя урожайность около 19 центнеров с гектара. На одном из ведущих сельхозпредприятий Советского района побывала наша съемочная группа. Уборочная кампания в Советском районе вступает в завершающую стадию. Общая площадь, засеянная зерновыми и зернобобовыми культурами, составляет 14 233 гектара. На сегодняшний день в районе убрано зерновых на площади 10 500 гектаров, что составляет 80%. Средняя урожайность хорошая – более 21 центнера с гектара. Надо отметить, что урожайность в хозяйствах разная и колеблется от 34 до 15 центнеров. Это зависит в первую очередь от возможностей и потребностей самих хозяйств. Уборочная идет в целом нормально нынче, год погода дает убирать. Уборка велится к концу, осталась вот яровая пшеница только. Мы заканчиваем, еще буквально, думаю, может недели две, и мы полностью все закончим, уборку. Урожайность в среднем по прошлому году и этому году, в среднем, я считаю, одинаково. Существенно ничего не изменилось. Это как бы тоже радует, как-то стабильно. Мы знаем, что в прошлом году было и нынче по зерну, по воловке у нас все будет столько же. В районе уже успели успешно справиться с заготовкой кормов. Силоса и сенажа заготовили в нужном объеме и даже раньше запланированных сроков. Сейчас земледельцы переходят к активному посеву озимых. Идет посев озимых. Скоро мы закончим все эти зимовую рожь, это где-то 500 гектар мы уже посеяли, и еще остается зимая пшеница. Буквально мы ее завтра где-то уже начинаем сеять. Семена все протравлены, готовы к посеву. В принципе, все идет как по плану, как и хотелось. И в дальнейшем, думаю, все мы закончим, успеем вовремя. Погода дает это все сделать. Активная работа идет и на зернотоках. При этом специалисты отмечают хорошее качество засыпаемого зерна. Зерно на токах сейчас поступает сухое. Где-то влажность составляет всего 12%. Наряду с уборкой сейчас идет посев озимых культур. Ну, при плане 2605 гектаров мы посеяли на сегодняшний день 900 гектаров. Наряду с этим тоже идет засыпка семян. Где-то у нас уже мы заложили 90%. В целом по республике на сегодняшний день зерновые и зернобобовые обмолочены на площади 111 тысяч гектаров, что составляет 83% от плана. Средняя урожайность составляет 19 центнеров с гектара. В ближайшие дни уборочная во многих хозяйствах завершится, и все силы будут брошены на посев озимых и заготовку кормов.